Калмыкия. Удивительная природа заповедника «Черные земли». Озеро Маныч-Гудило. Птицы, летящие из каспийских зимовок, задерживаются здесь и устраивают гнезда на участках суши, окруженных водой. На островах, недоступных теперь для наземных хищников, гнездятся колпицы, серые цапли, утки. В 1953 году здесь появились пеликаны. Пеликаны розовый и кудрявый принадлежат к числу птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации. Что же привело сюда птиц? Причина одна – человек. Люди вытеснили пеликанов со старых озер, где не была своевременно налажена охрана колоний. Но люди же создали благоприятные условия для гнездования этих птиц на новом водоеме. Маленькие острова оказались очень удобны для охраны. Любая лодка на озере видна с одного или другого берега, где живет охрана заповедника. Поэтому ни один человек не может приблизиться к гнездящимся птицам незамеченным. Пеликаны чувствуют себя на озере Маныч-Гудило превосходно. Кормятся пеликаны или на самом озере, или на небольших пресных водоемах в степи. В
Возвращаясь на свои острова издалека, они медленно взмахивают крыльями, а достигнув гнезда или птенцов, на мгновение зависают в воздухе и только потом тяжело опускаются вниз. Рядом с пеликанами на островной отмели держатся небольшими группками колпицы. Колпицы исключительно молчаливы, и только птенцы тонко верещат, выпрашивая корм у родителей. Современный ареал вида представляет собой локальные очаги в Африке и на юге Евразии. В европейской России колпица обитает в нижней части бассейнов крупных рек, впадающих в Черное, Азовское и Каспийское моря. Распространена колпица крайне неравномерно, численность низкая, занесена в Красную книгу России. Зимует в Южной Азии, ближайшие места зимовок находятся в Турции. Встречается колпица на разнообразных крупных водоемах, как пресных, так и солоноватых. Держится в глухих зарослях камыша, тростника, ивы и других околоводных кустарников по берегам озер, речных старец, труднодоступных топей или морских островов. Гнездится колониями часто совместно с другими водными птицами – цаплями, бакланами, пеликанами и даже чайками – в труднодоступных для человека местах. Птенцов воспитывают оба родителя. Будучи осторожной птицей, предпочитает открытые участки, где издали может заметить приближение опасности. Постоянное гнездование в последние 20 лет отмечается только на озерах Маныч-Гудила и Маныч. Поэтому и для этого вида птиц заповедник «Черные земли» имеет исключительное значение.